56 автографов лучших футболистов мира. Бразильцы, португальцы, но нет автографов русских игроков. Если бы у меня была карта МИР, их автографы уже были бы у меня. Не у всех есть карта МИР, но те, у кого она есть, выигрывают больше. Совершайте покупки по карте МИР, принимайте участие в акции и получайте призы от сборной России по футболу. Футбол в Бразилии – это жизнь. Русским очень повезло, что у них в сборной есть Фернандес и Гильерме. Как же я хочу встретиться с ними. Но вместо меня это сделает кто-то с карты МИР. Не у всех есть карта МИР, но те, у кого она есть, выигрывают больше. Совершайте покупки по карте МИР, принимайте участие в акции и получайте призы от сборной России по футболу. Чтобы попасть на матч в Сан-Марино, я целый день возил сестру жены брата туда-сюда, потому что у него есть лишний билет. Если бы у меня была карта МИР. Не у всех есть карта МИР, но те, у кого она есть, выигрывают больше. Совершайте покупки по карте МИР, принимайте участие в акции и получайте призы от сборной России по футболу. На последнем чемпионате я болел за Россию. Больше всех мне нравится Дзюба. У меня есть телефон с Дзюбой, зарядка с Дзюбой, обложка с Дзюбой. Жаль, он никогда не узнает об этом, ведь у меня нет карты МИР. Не у всех есть карта МИР, но те, у кого она есть, выигрывают больше. Совершайте покупки по карте МИР, принимайте участие в акции и получайте призы от сборной России по футболу.